Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный молочный хлеб. Буду рада, если вам понравится. Нам понадобится растительное масло, теплое молоко, сливочное масло мягкое, пшеничная мука, соль, дрожжи и сахар. В миске соединяем соль, дрожжи, сахар. Сливочное масло можно взять мягким или растопить. И теплое молоко. Все перемешаем. Частями добавляю муку. Муку я заранее просеяла. И замешиваем тесто. Муку сразу всю не добавляйте, для того, чтобы не забить тесто. Я, конечно, по привычке уже знаю, сколько насыпать муки. Обминаем тесто с растительным маслом. Обмяли, подкатываем вот так вот в шарик, в колобок и накрываем миску или пленкой, или крышкой, кому как удобно. И оставляем для подъема. Тесто подошло. Посмотрите, какое оно пузырчатое. Обминаем его. Форма у меня размером 26 на 16 сантиметров. Я ее смазала растительным маслом и перекладываю тесто в форму. Переложили тесто, накрываем пленочкой. И даем подойти тесту еще раз. Прошло 20 минут. Тесто еще раз подошло. Я соединяю желток и ложку молока. Перемешиваем. И аккуратненько, чтобы не осадить тесто, смазываем. Смазали и отправляем в духовку при температуре 180 градусов. Выпекаем до готовности. Время приготовления я потом скажу, сколько у меня готовился хлеб. Ну а обычно смотрят по своей духовке. Через 30 минут хлеб у меня был готов. Даю немножечко остыть в форме. А потом достаем из формы и остужаем на решетке. Хлебушек остыл. Ну и давайте посмотрим, какой он получился в разрезе. Вот посмотрите, какой замечательный хлебушек получается в разрезе. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!